канале Фанни Йоркширский Терьер. И в своем видео я покажу покупки для Фанни и меня из магазина Максима. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Первое, что я хочу показать, вот такие вот корзинки со сминошками. Они были в акции, были еще в магазине с совами, но я не успела их купить. Я очень люблю сов, как вы все знаете. Эти корзинки предназначены для одежды, но я взяла фанни для игрушек. Летом я покупала пластиковые коробки, низкие, но они в комнате у нас не прижились. Занимает очень много места и в них мало что вмещается, поэтому решила заменить на вот такие. К тому же, в пластиковых коробок дно плохо сделано, очень быстро набивается пыль, а вымыть совершенно невозможно, так как там есть острые края. И к тому же одну коробку мы уже с Фаней сломали. Поэтому решила заметить вот на такие, надеюсь, они у нас в комнате поживутся, а если нет, будем складывать в них какую-то одежду или амуницию Фани. В магазине Максим появилась новая фирма, которая называется Прима Dog. Она продает влажный корм, погрызушки и лакомства для собак. Влажный корм в упаковках по 300 грамм, без лаковых культур. И как написано на упаковке, в каждой упаковке 65% мяса животным. В магазине есть 4 вкуса с ягненком курицей, лососью и говядиной. Я взяла все четыре вкуса. Фани на пробу, но полностью ее упаковку отдавать не буду. Поделюсь с собакой родители. Может быть, той тоже понравится, и она их будет кушать. Лакомство. Я увидела пока что двух видов с уткой и оленем и со смородиной. В упаковке 80 грамм и здесь 70% мяса животных. Другая упаковка мягких лакомств с ягненком и лососью и с облепихой. Тоже в упаковке 80 грамм и 70% мяса животных. По гайзушке идут по 100 грамм 11 штук с оленем и суткой. Тоже в этой упаковке 100 грамм 11 штук. Состав я сколько не читала, не поняла, но мне кажется, состав плохой и что я их покупать больше не буду, так как лучший состав я считаю лакомс от бок себе. Просто взяла из интереса ради новинки, чтобы посмотреть и показать вам. Еще что мне понравилось, у этих лакомств и влажного корма очень прикольный дизайн. Также на разные золотовары в Максиме была скидка. Я снова купила носочки красные с сердечками, размер М и желтый с бантиками, тоже размер М. Взяла вот такие две игрушки в виде мороженки. Было четыре дизайна и разные эмоции, но мне больше всего понравилось фиолетовое и розовое. Фиолетовое, скорее всего, будет фани, а розовое я отдам собаке родителей. Так как они очень похожи, и я думаю, что не стоит оба оставлять. Фанни. Также купила вот такую вот штучку. Хочу научить Фанни звонить. Видела такую штучку на Алиэкспрессе, но специально для собачек. Там была такая штучка с лапкой, на которую собачка ставила свою лапку и звонила. Если мне не получится Фанни научить звонить с этой, то я закажу ей на Алиэкспрессе. Также купила вот такой вот мерный стаканчик, чтобы приносить воду в увлажнитель. Так как в мой увлажнитель нужно 400 миллилитров воды, а мой мерный стаканчик идет на 150 миллилитров. И мне приходится приносить по несколько раз. Также купила набор формочек для выпечки. Здесь два сердечка. Одно маленькое, другое большое. Можно было купить маленькое отдельно. Но я посчитала, что это невыгодно. И купила оба. На День святого Валентина у нас было очень много скидок. Я много что купила, чтобы потом не покупать и сэкономить. Из Зимней Сей взяла вот такие вот кексы. И я их готовила на Новый год, но они у меня плохо получились. Взяла сейчас две упаковки, так как на одну упаковку нужно 200 грамм сливок. Не хочется, чтобы сливки потом испортились, поэтому взяла две. Потом взяла тоже из зимней сей вот такой вот десерт приготовить. Фруктовый сок. Он у нас был со скидкой 70%. Ой, У него новый дизайн. У нас появилась Милка. Из черного шоколада. Это с карамелью. Это с миндалем взяла. Также взяла милку сою, соя, которую очень люблю. Вот такую, такую. И милку из белого шоколада. Кстати, она мне очень понравилась. Также взяла две упаковки польского суфле. Шоколадных мне они очень нравятся. И вот таких вот три батончика кофе. Я их как-то еще не покупала, но уже не раз видела в магазине, обращала внимание и никак не собиралась их купить. А вот наконец купила. В магазине Максима проходила акция с декабря по январь. Можно было купить столовые предметы или бокалы. Чтобы получить наклейки в магазине «Максимум», нужно было товаров купить на 15 евро, и тогда какой-то предмет из коллекции «Вива» стоил вам дешевле. Чтобы купить один предмет, нужно было собрать 10 наклеек, тогда он стоил 4,99 или 25, тогда вообще 1 евро. Бокалы были четырех видов. Я сразу поняла, что на них не успею собрать. А мне очень нравится, когда стол собирается одной фирмой бокалами, поэтому я решила, что в этот раз не буду их покупать. Будут акции еще. Решила купить ложки на длинные ручки. Они мне очень понравились. И хочу еще купить ложку, вилку и нож, так как я успела собрать всего две книжки. Ложку, вилку и нож я буду брать с собой в поездке. Но пока ложки, вилки и ножа нет ни в одной максиме. Надеюсь, до конца акций они появятся. Также были аксессуары к этой коллекции. Ведерка для охлаждения напитков. И вот такие вот открывашки. На них наклейки собирать не нужно было. Можно было покупать с карточкой Ачу, по-русски она бы называлась Спасибо. Вот так вот книжка выглядит в заполненном виде. Это моя уже вторая. Хочу показать, что я купила за наклейки Вива. Акцию у нас продлили до февраля, так как продукцию плохо покупали, несмотря на то, что столовые предметы или бокалы стоили всего евро. Бокалы я думала, что не успею все четыре вида купить, поэтому на них не собирала. Хотя моя сестра купила и потом сказала, что они не очень хорошего качества. Поэтому я покупала только столовые приборы. Я купила два набора столовых предметов для обеда. Ложка, вилка и нож коробочка очень интересно сделана с перегородкой. Ножик лежит отдельно. На ножике написано, что он от фирмы Viva. Нож острый. Я думаю, что можно будет им разрезать овощи или намазывать бутерброды. Металл мне понравился, мне кажется неплохой. На ложечке тоже написано, что она от фирмы Viva. И на вилке. Самое первое, что я купила, длинные ложки. Очень давно хотела, но пока у меня нет высоких стаканов. Со временем я куплю в набой. Четыре ложечки. Ложечки вот такие вот. Металл мне тоже очень нравится. И написано, что они от фирмы Виво. Так как времени было много, я собрала довольно много наклеек. Купила два набора маленьких вилок. В наборе четыре вилочки. такие вот. Очень красивенькие. Кстати, я хочу доложить в набор и буду тоже брать в дорогу одну вилочку. Остальные у меня останутся на запас, если вдруг потеряю. И еще купила два набоя маленьких ложечек. А и, кстати, не два, а три. Один набор я подарила маме. Вот такие вот ложечки, очень хорошенькие. Металл мне нравится, очень довольна этими покупками. И у меня получится вот такой вот неплохой набор в дорогу. Большая ложка, вилка, ножик, маленькая вилочка для десерта и ложечка для кофе. Вот такие вот покупки у меня были за наклейки. От фирмы Вива в магазине Максима. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот кто не подписался. Ставьте нам лайки, а мы с вами вас очень любим. Желаем вам крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.